Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Диман Юрчик, и также в Жухиче сегодня у нас битва пилотов. Да, ребята, всем пламенно привет. Короче, ребята, в принципе, суть очень проста, для новичков рассказываю. Мы сейчас пробираемся на базу Форт Занкуда, нас никто сейчас там вообще не ждет. Там, по идее, стоят, по нашей информации, крутые самолеты с тачками внутри. Вот, ну и, собственно, мы меняем наши мотоциклы на один из таких самолетов. Короче, пацаны, давайте за мной, короче, погнали сейчас по-быстрому. О, школьник даже шлем одел. Да. Не быть замеченным. Так, аккуратно. Все, пацаны, вот, вояки. Так, нормально, хорошо, да? Отлично. Так, в Жухиче, получается, у нас впервые здесь. Просто охренеть, какие крутые самолеты, ребят, стоят. И большие, вот, и маленькие, я даже не знаю, какой взять, но я, знаете, что возьму? Я никогда не брал вот такие самолеты вот именно здесь. Я, наверное, возьму синий. Вы там что, распределились уже? Я рядом с тобой. Так, отлично. Вояка, здорово. Зеленый, да. Так, берем быстрее, короче, самолеты и валим отсюда, валим. Жухич, ты нашел самолет? Да. Так, беги. Так, Юрчик, давай, бегом. Короче, пацаны, свалим, пока они начали. Ну, в принципе, их мало. Пока они начали за нами погоню. Я вообще их не вижу, кстати. Так, я тоже сажусь. Все, я сел, короче, немного тебя подвинул, братан. Ну, в принципе, я видел, неплохо. Да, я как бы стартую. А где военные? А где они вообще делись? Я вообще не знаю. Я не понимаю, как залезть в этот самолет, здорово. А там сбоку залазь, короче, и он залезет. Все, ребята, в общем-то ждем, пока взлетает у нас Тохич, а также Юрка уже взлетел. И, короче, братан, давай, наверное, за нами. Мы сейчас покажем, где мы будем открывать наши самолеты и смотреть, что же за тачки там внутри. Так, ребятки, в принципе, мы прилетели, там Юрка, что ты творишь, блядь? Аккуратнее, нам нужны эти машины, потому что потом их продадим и попытаемся навариться. Так, а тут и, в принципе, в жопе. Если там еще что-нибудь будет внутри. Ну, кстати, да, потому что мы очень часто, ребята, приезжаем на эту базу, и мне кажется, они уже должны были что-то заподозрить. Так, а вы где вообще? Тырятся самолеты. Мой самолет, я взлетаю, ой, точнее, сажусь. А, во, я здоровяка только вижу. Да, здоровяк, он летит, я, в принципе, вас всех вижу, и как бы я тоже уже иду на посадочку, ребятки. И главное, мягенько, в принципе, сесть, но потом уже дело, так сказать, нашего опыта. Так, ребят, ну что же, в принципе, мы сели, все просто замечательно, офигенно, охеренно, вот. Сейчас мы, собственно, их где-нибудь паркуем здесь аккуратненько так вот в ряд, ну и пытаемся достать машины из этих самолетов, посмотреть, что нам выпало. Погнали. Так, ребят, ну, в принципе, все, мы припарковали наши самолетики, и давай, я не знаю, начнем с Юрчика. Открывай свою тачелу, в принципе, да. Так, тачела. И узнаем, что за тачела внутри у нас. Так, рычаг, и опа. Опа. Че там? Слушай. Это что получается? Это чёрная Бугатти. Да, это та, короче, которую ты уже находил. Блин, ребята, офигеть. Она просто самая, получается, дорогая у нас в мире. Ну, нормально. Так, теперь знаете что? Не, вроде в мире не самая. Мой. Самая дорогая в мире. Или. Давай, наверное, Тохича откроем, потому что потом мой, так сказать, напоследок, может, у меня там, не знаю, какой-нибудь вас стоит. Так, давай еще рычаг. Что-то тут посложнее все. Открываем, оба. Как раз-таки бежим. Опа. А, у него отвалилось у меня. Блин, ребят, такой себе, ну, в принципе, короче, неплохо. Тут у него бэха какая-то. Слушай, новая. Да, там бэха, я смотрю, и что еще? Ай, семёра. Раз, да, семёра. Нихера себе у нее развал, ребят, гляньте на это. Капец. Это да, это жесть. И какой-то, получается, ребята, в принципе, чоппер. Да, ну, в принципе, а, кстати, это восьмая, это новая. Это новая, блин, это новая, блин, крутяк. Да. Слушай, ну вояки прям жрут, я смотрю, прям капец, какие тачки у них постоянно там находятся. Ладно, погнали теперь, а попробуем открыть мой. И да, ребята, у меня в самолете, посмотри на это. Это вообще что такое? Что это такое? Я не понимаю, я что не это. Знаю. Тут два двигателя, слышишь? Офигеть. С нагнетателями, блин, ребят, капец, там рычаг огромный, это что? Что вообще такое, ребята, пишите в комментариях, потому что капец там, в принципе, приборов. Да уж. Ладно, ребята, выгоняем наши тачки, да сравниваем, какая получилась все-таки лучше. Итак, ребята, мы выгнали наши машинки, и я вообще не представляю. Что это за хрень? Мне кажется, это из серии Hot Wheels что-то. Походу, ребята, ну блин, два двигателя, мне кажется, она должна рвать метать. А, кстати, да, вот, смотри, да, у нее шильды Hot Wheels. Да, отлично. Вот у тебя получается тогда на каждое колесо по двигателю. Ну хрен его знает, ребят. ПВ-8. Будет интересно, будет интересно. Я не знаю, что это вообще за тачка, потому что я на ней, в принципе, не катался, поэтому, ребята, чё? Прокачиваем, наверное, их прямо сейчас и устраиваем несколько испытаний, но потом, как обычно, мы их продаем, навариваемся и уезжаем на Мальдивы. Итак, ребята, у нас драк Бугатти против Hot Wheels, против Бэхи, и мне кажется, здесь, в принципе, как стоим, так и приедем. Ну, кстати, не знаю даже, ребята, Бугатти, я уже кинул гранату.
показать, но... Кстати, у меня даже руку не высунул. Все, погнали, 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 погнали. Ой, ё-моё, она такая овощная. О, она у меня вообще она не шлифует, такая пацаны. Овощная. Я даже на я уже еду обогнал. 100, да, 140, 140, 150, и я начинаю тебя догонять. Да не мешай мне, задолбал, уйди с дороги. Мне жалко вас, ребята, 160. 280. Блин, я, у нас МК-ка едем практически одинаково, 170, причем МК недавно вышла, а подкрылся непонятно вообще, что это за тачка, да? Меня кто-нибудь спасать будет из воды, нет? 176. Ну, в принципе, да, брат, мы едем за тобой, как бы, такое. Я тону. Ты тонешь? Да. Не, ну тебе повезло, в принципе, с тачкой это было и так понятно, потому что Бугатти. Ну, ребят, ну Бугатти, я думаю, вы прекрасно понимаете. Вот, ну, у нас следующее испытание, и погнали на него. Ну что же, ребята, мы приехали на нашу любимую крышу, и прямо сейчас мы устроим дерби, и, честно говоря, я даже не знаю, кто будет фаворитом, но у меня что-то по массе кинул. Очень много, и по идее я должен кого-то... Смерть неверным! Воу! Нормально. Да-ну-ну! Это было неожиданно. Очень охеренно, потому что у Юрчика уже один балл, и то, что он выпилился, уже как бы сравнивается. Я не ждал этого. Я просто не могу ничего на ней сделать, ребят, но честно. Ну вот при всем моем желании, да. Я просто, ну она вообще шлифует. Да ну. У меня тоже шлифует. Кидай гранаты, кидай гранаты, пока у меня есть возможность, в принципе, до этого. Тухича выиграть. Кидай гранаты так, пока. Кидай. Кидай гранаты. Так, ребятки. Блин, я вообще ничего не могу сделать, Тенки. Я просто не знаю, почему так. Так, прости, давай. Вот так вот. И прямо сейчас в бочину. Давай. Чуть-чуть вытащись. Да! Зато я бросил коктейль Молотова. Отлично, ребята. В принципе, я даже не понял, как это произошло, но было неплохо. Мне достаются баллы, и мы тогда идем уже на наше третье испытание. Погнали. Погнали, ребят. Так, ну что, ребят, вот и следующее испытание. Это прыжок с трамплина. Я погнал уже. Чуть не перевернул. Тихо. Друг за другом. Да. Там летишь. Так, и того у меня 200. 250. 280. А почему она так плохо показала себя в драге? Почему? А она 340 у меня сейчас пойдет, походу. Юрчик на изи тебя обогнал, и я тебя тоже догоняю, кстати. У меня максималка всего лишь 400. 355. Блин, я врезался, твою мать. Вы так красиво летите. Я очень таки классно лечу, но я врезался. Меня просто что-то подбило там вверх, но... Да, ребята, я на пожарке. Это ни о чем. Ну, кстати, мы очень все рядом близко находимся, да, упали... Ну да, ты на пожарке, ну, да. Он, в принципе, Тохич. Вон. И получается здесь я. Ну, короче, ребята, все равно Юрчик забирает этот балл, а мы погнали на наше предпоследнее испытание. Итак, ребята, мы приехали на нашу любимую гору Чилит, и прямо сейчас мы отправимся, так сказать, вниз так к наркоманам. Мне кажется, если они увидят эту машину, они охереют слегка. Ну так, они от моей Бугатти охренеют. Либо от Бугатти, либо от Эмки, которая новая, и, блин, ребят, тихо. Вы тоже, короче, в камень немного ехали, да? Да. Я понял. Так, а вжуги вообще нормально идет так-то? Вообще нормально идет? Ну, да, это неплохо. Так, но я все равно тебя отхожу на изи. Я еду, я уже еду. Я притормаживаю. Она просто цепляется в дорогу, я не знаю, вгрызается, я бы сказал. Я макушку елки врезался. Да почему ты меня толкаешь, отстань от меня? Тихо. Так, ребят, мне бы надо его обойти, потому что пацаны, мне нужен этот балл. Я даже задницей вперед еду 110. Серьезно? Так, все, да. Жухич, пока, и я тем временем, ребятушки мои любимые, погнали. Пожалуйста. Да, сломал за борт первый, ребята. Отлично. А вот и Жухич, ой, ты чуть корову не сбил, и где-то там у нас. Да я кручу, тут верчу, что-то жестко прям. Нет, она слишком сильно пуляет. Ты жопой едешь, да. Но, в принципе, ребята, вырвал я второй балл, и теперь у нас с Юрчиком одинаковое число, и сейчас будет заключительное испытание, которое все решит. Погнали. Ну что ж, друзья, заключительное испытание, и прямо сейчас мне главное здесь поместиться, но, в принципе, неплохо, я прыгнул, и где вы там? Я тебя перелетаю. А ты где? А я впереди уже. Ладно, пофигу, я, короче, смотрим, куда мы летим, потому что ребята здесь... Ой-ой-ой-ой, только не сосны, пожалуйста! Вообще порядок, я их пролетел. Слушай, я их пролетел, я встал на колеса, а и я вот лечу дальше. Подожди-ка, стой. Да я и камни пролетел, машина идеальша. Да ладно. Просто, да, она просто их проскакивает. Понимаешь, она как попрыгунчик здесь себя чувствует. Она еще... Я застрял. Она цепляется в дорогу, ребята, и как бы вот, я... все. Так, нет, только не вжух, так, только, Бэха, пожалуйста. Бэха можно зарешать сейчас. Толкни меня. Толкни давай. Если, кстати, вжух выиграет, то все, как пизда.
Нет, все, ребята, это первое место, и это 3 балла, и это получается победа в этом вообще выпуске, ребята, и за это, я думаю, стоит поставить кучу лайков. Ну, в принципе, как-то так, ребята, обязательно подписывайтесь на наши каналы, всем удачи, всем хорошего настроения, и всем пока, ребята, мы погнали продавать тачки. We'll be right back.